Здравствуйте, добрый день. Вот пошла я дальше, сняла одно видео, и вокруг меня такая красота, что я решила продолжить. Выглянуло солнышко, небо голубое. Мы на самом верхнем ярусе нашего района, Ленинского района, в городе Мурманске. Спущусь чуть пониже, чтобы обзор города был получше. Иду в жилищную компанию на улице Гагарина и покажу вам улицу Гагарина. Скорее всего, природа улицы Гагарина. Я спустилась и пойду по Минитуару. Дальше тоже идут спуски. Мне проскакивается Амурсов сквозь такую лесную зону. Это будет не один такой спуск. Дальше я вам тоже покажу. Слышно внизу шум машин. А здесь тихо и спокойно на этом ярусе. Вот еще одна прекрасная длинная лестница. Идет к школе номер 30. Это хорошо заниматься аэробикой. Одни лестницы. Вот идет к самой школе. Школа расположена на самой вершине сопки. Я смотрю, она тоже покрашена частями. Ну, немножко повеселее, чем школа 26. Вот так, чтобы до нее добраться. Мы постепенно спускаемся с самой высокой точки. Там еще должна быть еще одна лестница, чуть покороче. Кроме лестниц, много тропинок вытоптано по этой зоне. Каждый выбирает свою дорогу. А впереди нас Росты, залив и величественные сопки. Уже видна часть микрорайона. Это улица Чумбара-Лучинского, которая идет вверх. И последняя лестница к этому микрорайону. Эта лестница связывает уже основную трассу. И тут кинотеатр «Мир». Раньше был прямо по правую сторону от лестницы. Он и сейчас есть, но там сейчас торговый центр и кафе. Сюда, на Гагарина 45.